Всем привет, ребята! Сегодня мы играем снова с любимыми нашими кошечками-сестренками Анжелой и Милой. Я знаю, ребята, что вы их очень-очень любите. И Анжелочку, и Милочку. И они тоже очень-очень вас любят. И спасибо вам, ребята, за хорошие комментарии и за лайки для наших кошечек, для Анжелочки и для кошечки Милы. И каждое утро наших кошечек, как обычно, начинается с принятия теплой ванны. Анжелочка очень любит купаться, и Милочка тоже обожает купаться. И сегодня у них очень классная новость. Их котик Том пригласил на вечеринку. А вечеринку он устраивает в диско-клубе, то есть там будут такие классные зажигательные танцы. И нашим кошечкам надо будет подобрать наряд. Ну а наряжаться они умеют хорошо, я знаю. Это и Анжела очень любит, и Милочка тоже очень любит наряжаться. Так что это не составит им труда. И они сегодня будут очень-очень красиво выглядеть на вечеринке. И будут очень классно, зажигательно танцевать вместе с другими котятами. Классно, что котик Том придумал устроить такую вечеринку с дискотекой. Анжелочка и Милочка классно-классно танцуют. Ребята, а вы любите танцевать? Напишите в комментариях. Хотели бы вы попасть в диско-клуб к Тому на вечеринку? Я думаю, что все бы хотели. Ну, а сейчас наши кошечки наедаются. А Том для них там всякие сюрпризы приготовил. Разные вкусные напитки, угощения, тортики. Так что нашим кошечкам предстоит сегодня очень классный вечер. Ну все, наелись наши милашки. И Анжелочка наелась. Нет, не наелась, Анжелочка еще хочет. А Милочка, кажется, уже все наелась. Полный желудок у нашей кошечки. Анжелочка тоже все. Так, девчонки, пойдем чистить зубки еще раз. Любит Анжела чистить зубки, что же поделать, вот такая она чисто плотная. Ну и Милочка, конечно же, смотрит на свою старшую сестричку и повторяет за ней то же самое, потому что ей кажется, что у Анжелы очень красивые зубки. Ну а у Милочки такие же классные, вот какие. Ну вот, кошечки, а теперь можно будет скоро идти в гардероб и наряжаться. Надо будет одеть что-то стильненькое, модное, красивое. Ну, у каждой свой стиль, так что посмотрим, что же выберут наши кошечки. Ну, а пока Анжелочка с Милочкой передают приветики своим любимым зрителям. Спасибо, девчонки, за комментарии, за лайки. Мы с кошечками вас очень-очень любим. Итак, приветики сегодня они передают Зуевой Ксении, Ане Курчий, Саиде Муртузалиевой, Ксюше Федорец, Кристе Мурысте и Елене Ким. Спасибо, девчонки, что вы смотрите наш канал. Ну и что, после приветиков можно уже переходить в гардероб. Да, ребята, любимое занятие нашей кошечки Анжелы. Что же наша кошечка Анжела выберет для вечеринки? Я знаю, что она очень любит платье для вечеринки. Милочке оно еще, к сожалению, закрыто, поэтому Милочка не сможет такое платье одеть. Ну а мне очень нравится это платье для вечеринки. Сейчас Анжелочка его выберет. Оно такое стильное вообще, очень красивое. Где же наше платье, Анжелочка? А вот и платье для вечеринки. Ребята, вот это красное платье мне очень нравится. Хотя у Анжелочки вот и желтое очень красивое. Вот это вообще красивое. Цвета. Ну, Анжелочка выбрала красное платье для вечеринки. Еще ей захотелось красные туфли одеть к этому платью.
Вот классические туфли-лодочки у нашей кошечки Анжелы. Здорово! И теперь наряд будет выбирать Милочка. У нее вот есть новый наряд рокерши. Ну, она хочет что-то в стиле кошечки Анжелы одеть. Посмотрим. У Милочки, естественно, не так много нарядов, как у Анжелочки. Ну, ничего. Она хотела бы, конечно, такое платье покороче. И что же выберет наша Мила? Закрыты у нее много платьев. Посмотрим, причудливый наряд, возможно. Ну и Милочке понравился вот этот вот причудливый наряд. Довольно-таки симпатичное платье с золотыми туфельками. Прикольное. Вот такое бирюзовое с зелененьким. Вот такая наша кошечка Мила. Ну что же, можно теперь продолжать дальше. Анжелочка выберет цвет шубки. И это будет белая шубка. Вот так, очень контрастно. Белая шубка, красное платье. Очень красиво. А Милочка выберет себе серенькую шубку. Посмотрим, как серенькую. Или же черно-белую. Вот такую черно-белую шубку выбрала Милочка. Классно. И прически теперь. Наша кошечка Анжела уже определилась с прической. У нее будут волосы на одну сторону. Коричневые. Давай, Анжелочка, быстрее делай прическу. Вот коричневые волосы на одну сторону у нашей Анжелочки. Замечательно. Ну а что же за прическу сделает себе Мила? Посмотрим, какую прическу хочет Милочка сделать для дискотеки, которую организовывает Том. И выбрала наша кошечка светлые волнистые волосы. Вот такая красивая наша кошечка. Ну, захотелось ей, вы знаете, ребята, все-таки сделать серую шубку. Вот такую. Передумала Милочка. Все, теперь, мне кажется, получше будет. Ну вот, теперь приходим к цвету глазок. Итак, Анжелочка выбирает карие глазки. Коричневые глаза у нашей кошечки. А теперь посмотрим, какие глазки хочет Милочка. А Милочка выбрала зеленые глазки. Здорово. Очень красивые наши кошечки. Ну что же, теперь нужно макияж нашим сестренкам. Анжелочка к такому платью захотела темные тени. Вот сейчас накрасим Анжелочке темные тени. Классно. Розовые румяна. Такие яркие, красивые румяна у нашей Анжелочки. Черную тушь. Вот какие красивые глаза у Анжелочки. И красную губную помаду. Итак, Анжелочка, покажись, как ты выглядишь с макияжем. Вот так, здорово. Мне очень нравится наша кошечка Анжела. Ну а теперь очередь Милочки делать макияж. Милочка решила сделать такие мерцающие румяна, зеленые тени. И желтеньких немножко. Вот так желто-зеленые тени у нее. Что еще? Черная тушь тоже. И вот такая, наверное, вот такая розовая губная помада. Ну и смотрим на наших кошечек.
Вот такие наши красотки. Что же, можно теперь отправляться на вечеринку котику Тому. Очень здорово, что котик организовывает вечеринки для кошечек. А Анжела и Милочка очень-очень любят вечеринки, любят веселиться, танцевать, общаться с друзьями. Ну что же, пожелаем классной вечеринки нашей Анжелочке и нашей Милочке, чтобы они здорово-здорово повеселились. Ну а мы, ребята, с ними будем прощаться. Классного вам вечера, девчонки. Всем пока-пока.